Так, я иду соло. Против меня будет стоять соло Ника. Ника будет стоять соло. Мы возьмем вот так вот. Не знаю, если Тор затащит, мне будет вообще хорошо, замечательно. Да, что-то я случайно, я тупанул, я не увидел то, что Хибо хотел в джангл, и поэтому я взял джангл. А потом Тор долбоеб написал то, что он идет на мид и взял Тора. Короче, какой-то трешак вообще произошел. Остерегайся, Локи, а то снизу на ганг зайдет еще. Ну да. Я правильно что-то прокачал, я надеюсь. А кто на YouTube только зашел или кто еще не поставил, поставьте лайк, ребят, пожалуйста. Лайки и очень сильно мне помогают. Лайки и подписки. А чё благословение воина не взял? Ты ж... А, точно, точно, да. Спасибо, что подсказал. Забыл уже про него. Благословление нужно же взять. Сейчас на него и нафармим. Чё, 700? Земля тебе пухом. Я думаю, Ника мне просто в щи разломит голову. Я почему-то взял сразу орех, я не знаю. Бестолковый предмет для меня сейчас. Мария быстро как почистил. Уже 49, ничего себе. Спасибо, спасибо, ребят. Рата милашка, ну да. Блять, нужно прокачать блинк, но я не буду. Ого. Как она забайтила, да? Да не злюсь, я просто не люблю. Некоторые борщат жестко. Так, благословление. Напомните мне его купить, а то я забуду, блин, его. Или она мне нахер не нужна уже? Прыгивай. Да, я знаю. Сколько ты будешь стримить? Слушай, это уже, наверное, немного, потому что я сегодня до этого 3,5 часа стримил другие игры. Если ганга часто будут, то лучше купи. Но пока непонятно. Be careful, right. Я слышал, спасибо. Подопьемся пока. Пока нормально все идет, пока все нормально идет, вообще нормально идет. Хорош. Тор 3-го левела. Кто-то у них вышел. Янус.
Жены лучше 1, 2, 3. Почему? Двойка же снимала раньше этот... Блять, из-за паузы не видно. Двойка снимала раньше физбронь, так что ее нужно сначала ее, наверное, лучше юзнуть. Да. А, я вижу, там сокращается. Да-да-да. Да, я помню, Алекс, он классный был тогда. Мне очень нравилась белка из-за этого. Но. Она умрет, если не уйдет. Куда ко мне идут? Алло, орех покупается везде. Держу у курсе. Не хочу, короче, получать по щам ганги. Ты что, не видел, как я закупил орех кортекс или что, не пойму? Тебя не удивило это, в смысле, сейчас? Если, ну, учитывая то, что не знал, то, что это можно сделать. Это читы. А, нет, не везде. Что не везде? Только что закупился на бафе. Я смог купить. Блять. Вначале купил орех на 2. На бафе его закупил на 3. Чувак из прошлой катки это? Серьезно? Как мне скины нового? На Собека хороший скин, точно, выглядит очень прикольно. На Морриган сомнительный. На Сциллу, блин, уже надоели на нее скины. Я не люблю Сциллу, типа мне нравится Сцилла, но не люблю играть. Они все на нее одинаковые, блин. Не все скины однообразные. И на базе на 3. Да не на базе я закупил, блин. Бля, почему? Здорово, нет. Здорово, Калаврат, здорово. Вот уже я ее не могу нормально побить. Как бы дамажу, но не так, как хотелось бы, на самом деле. А что было-то? Ах ты жук. Блять, чертова вышка больше мне носит, чем Ника. Какое прозвище в школе было, если не секрет? Слушай, я уж не вспомню.
Надо подумать. Блять, ну... Похилься, сука. Ой, глупый Тор, блять. Кучеряш. Ага. Нет. Ой, Хим, нихера себе здорово, какие люди. В Голливуде. Короче, будем... Чё мы делаем? То, что исполнил. Тот он, Тор, да, он промазал и умер, блять. И меня убил. Эй, всем здорово, здорово, братан. Давно тебя не было видно. Блять, глаза болят уже. Столько стримить нельзя в день, отвечаю. Ладно, смешно. Короче, чё, патч вышел, кстати. Скоро, наверное, по скинчики пришлют. Будем разыгрывать. Помните, да, один нормальный скин будем среди сабов разыгрывать. Остальные все репостами и всякими другими. Да, да, обновился. Сегодня ж патч вышел, но... Главное ее харасить. Она толстая, мы ее должны все время харасить, чтобы, типа, не этот... Ну, получалось хоть как-то на линии с ней стоять. Окей, постоим. Блин, Юль, неизвестно. Неизвестно. Пусть стоит, пусть щелкает. В патче что-то новое есть? Ну да, скины новые, как обычно. Плюс апнули богов парочку. Посмотри, у меня видос есть на канале, на ютубе. Я промахиваюсь. Если бы я не промахивался, было бы гораздо изичнее. Уходим нахер отсюда. Ой, блядь, и проебал. Блядь, как-то криво стало обновление. Где? Не, Вик, он не стоит 750, ты чего? Ну там у них, это не криво обновление стало, это у них проблемы какие-то. Ход дела какие-то серьезные проблемы, потому что... Лайкосик, спасибо, Берсерк, братан, здорово тоже, спасибо. Как я устал за сегодня стримить, вы бы знали, просто жесть. Топ урона у соло Рототоскра. Скины 400 где-то стоят. Какие 400? По 300, 300 гемов эти скины стоят. А, Колорадно отвечает, это ты. Ой, спасибо тебе. Тогда спасибо, что перешел и прям лайк поставил, нихера себе. Это хорошо придумал. Смотри, надо просто убегать. Но в чем прикол? Как так играть? В чем смысл-то? Ботинки купи, да. Enemy,
Нужно идти к нашим пацанам. Добить. Нормально, нормально. Вот сейчас нормально разместились и все такое. Спасибо за поддержку. Для кота. Ну и сверху докинул для тебя. Адам, братан, ты что, ебанулся, что ли? Сорян за мат, это в ахере. Ого. Я даже не знаю, как в такие случаи говорить спасибо. Ну, братан, спасибо тебе большое от души, нихера себе. Так ты зачем? Не нужно, мне столько не надо. Жестко, вообще прям... Сука, котик, ты будешь кушать. Жестко, Адам, жестко. Спасибо тебе большое, братан, вообще за такую поддержку, это просто жесть. Даже с ним запотел, не бойся. Ты жесткий брат. Блять. Не думал с подписчиками и зрителями в смоте спробовать. Так я рубаю периодически, когда покормишь и инет пополнишь. За инет я, кстати, заплатил, да, вчера пятихатку. Серьезно, я, блин, донаты, мне очень нравится то, что я донаты в нужные дела трачу. Спасибо, Адам. Да, 1000. 1000 задонатил братишка Адам. А все братишки, кто мне помогает, на самом деле. Не-не-не-не-не, никаких архонтов, блин. Спасибо тебе большое еще раз. Я не знаю, как на такие донаты реагировать, честно. И дебилом не хочу выглядеть, как бы, ну, типа, такой... Знаешь, которые такие... 1000 за... Ну, блин. Спасибо большое. Сейчас для тебя, братан, буду потеть, чтобы выиграть эту каточку. И сегодня же, наверное, залью... А какой интернет у тебя? Не Ростелеком, случаем? А, нет. Я ушел. У меня был Ростелеком. Почем Адаш Яндиев? Отдай мне. Чего? Я не понял, что ты написал. Ой-ой-ой, хорошая, но я отвлек, и я сломаю вышку. А он должен выжить. И больше не пугай меня, Адам, такими большими донатами, серьезно, это жестко. Мне... Это, кстати, спасибо сказал, улыбнулся. Все, ну, блин, это очень большой донат, на самом деле. Это самый большой донат, который мне за раз донатили. Серьезно, без шуток, в смысле. Я все никак не сделаю, блин, табличку. Ты выиграешь ее, с тобой же тоже сплошь катки. Я все не сделаю себе топ-донатерскую рамку, но она будет в любом случае. Адам, ты в любом случае ты будешь, братан, спасибо. Есть три человека, которые мне очень много денег донатят, на самом деле. Так много, что я просто в ахере, если честно. И не могу на это реагировать нормально. Типа... Это Крио? Он очень много... Он сейчас перестал, конечно, это делать. Но он очень много до этого донатил. Можай. А вообще херено помогает. И вот Адам вообще жестко. И побить рекорд. Да, вы только говорите. Разводите меня на эмоции. Промазал станом. Плохо. Я вижу тебя. А, сейчас попал. Ребята, сталкивайся, кто с проблемами, не могу с другом в очередь встать, очередь просто, видимо, если вдруг видишь, наоборот. Завтра задоначишь, не плакай. А я завтра не стримлю, братан. Спасибо большое, конечно, но... Тогда до следующей твоей возможности, как бы... Yeah.
Как знать, объяснить неочу. Рекорд доната за раз. Он не 1000 за 1730, ты не побьешь рекорд. Нет, нет, он не станет топ-донатером. Но за раз мне столько никто никогда в жизни не донатил, серьезно. Это жестко, я просто охерел. Я сижу в ахере, у меня ладошки потные. У меня такого доната ладошки потные, если честно. Как задонатить, не учу. Короче, внизу есть ссылка на донат, прям на нее тыкаешь, и там донат. Но на сегодня уже не надо, ребят, серьезно, без шуток. Все, очень много задонатили. Я не знаю, кстати, зачем я собрал это говно, но вроде как оно зайдет сейчас. Блять. Про завтрашний донат это рофл, который ты не понял. А, даже поздно, лень, что-то на следующий стрим жди. Хорошо. Сессию сдам, так сразу порадую, если успею, конечно. Да, завязывайте, ребят. Тех, кто может, они это делают, и это очень приятно. Как завести арты, зуните им больше косаря. Не, заводить меня не надо, но у меня ладошки вспотели, блядь. Как будто у меня сейчас секс будет, короче. И, походу, дело, этот секс будет с Адамом. Как кто-то написал недавно, кому-то из стримеров по контре задонили 50 тонн рублей, короче. И он говорит, он на стриме готов был отсосать, говорит, кому отсосать надо. Типа, я так не хочу, но чувствую, у меня такие же реакции будут скоро на такие донаты, блядь. Так что давайте завязывать, ребят. А тут... Короче, спасибо, Адам, спасибо большое. Я на это и намекал. Ну прикиньте, да, 50 тонн пацан задонатили, он говорит, кому отсасывать поехать, говорит, куда ехать отсасывать. А, нет, куда ехать, это у этого, у Хованского было. Ну ему там жесткую сумму какую-то задамажили, блядь. Я даже слова, смотрите, я даже этот, заплетаются слова. Пауза. Адам топ-донатером стал? А, вот про что вы говорили. Я-то думал, там до сих пор Можай, типа. Можай уехал работать, теперь Адам его побил. А у Можая работа, он по неделям где-то работает. Лорд, отчего орешь? Блин, такая хорошая гадка могла бы быть, типа, но... Что-то этот... Хибо ливнул, блин. Как ты умер два раза? Я вот что-то сам уже не помню, если честно. Кто меня убил, блин, за эти два раза, хер его знает. Бля, ну все, пауза спадает, пацана нет. Короче, это ГГВП, походу, дело. Блин, а так обидно. Да нихера не обидно, Адам меня так обрадовал, то что мне нихера не обидно. Вообще все равно. Вышка, вышка, да, а второй. Точно. Он вернулся, хорош. Работаем, ребята, работаем. А зачем ему криты собираем? Ему нужны криты? Да, нужны, он же ассасинус, да? Но от вышки я помню, второй раз я не помню, кто меня убил, если честно. Так, все, у меня ульт есть, если что. Да, давайте, давайте. Тор затащит не сын. Да что-то я уже что-то сомневаюсь, то, что он затащит. Обезьяна меня убил. Меня убил обезьяна, я не помню этого, я не помню. Ну, обезьяна с полки, если как-то Хонбац его зовут. You can hear me. Юзаем щиты, ёба.
I'm a greatest, говорит, я щит ему юзнул, ему еще кто-то щит юзнул. Вот это замес. Вот этого, пацана, вот этого. Ай, дайте ударить. Хорош. Давай, 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 давай. Имеет смысл. Или не имеет. Критическую белку собирать. Блин, мы могли бы сейчас ФГ убить. Я не понимаю, почему они пошли туда. Ghost. Тор затащил файл. Теперь будешь все время дописать то, что Тор затащил. Тор 18 левела. Тор не мог затащить, я затащил. Кого убили? Блин, Артемида убили. У нас Артемида может на самом деле всю катку затащить. Ласт несущий смерть. Возможно. Все нашел, думал, из твича можно. Не, из твича нельзя. Если про донат, то нельзя. Сюда еще кто-то идет. Ты не Тор, поэтому не затащил файт. Я изи затащил файт. Че, бить будем это дерьмо или че? Ну давайте, у меня И они бэкнулись. Я топ урона. Что, если Адам не мне хотел задонить? Ну, это очень печально, если Адам не мне хотел задонить. Но он написал то, что котику, типа, докину котику, а остальное, типа, там тебе что-то такое. Это было бы обидно, знаешь. Один в поле не воин. Я смотрю, Тор особо не воин. Посмотри на свои буличьи ручки. Посмотри на бицух Тора. У него еще молодцы, сам собой Тор затащил файт. Все ясно. Это предвзятое отношение. Просто из-за его рук. Рано, блядь. Ма, сорян за маты. А, так это последний слот. Нет, давайте что-нибудь такое соберем. Давайте вот этот соберем. Несущий смерть. С такой скоростью атаки это очень жестко ему собирать. Иду. Хорош трек какой. Хорош. Замедлите ее, пожалуйста. Почему она такая быстрая? Мы ее просто распилили, даже под ультой. Какой лефт тавер?
Критический день белки в бою. Зря щит дал. Видишь, тортач. Чем сдалась эта вышка? У меня есть ульт, братан, не беги за мной. Ник под клинком ведьмы антизамедло. Так а чё она так быстро? Ладно, хп нету. Блин, нужно помочь ему, наверное. Ладно, мне пора, удачи. Пока, шляпный, пока. Спасибо, что пришел. В правой руке? Не знаю. Тор и топ совпадение, не думаю. Почему он что-то грибает? Да, 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 вообще жестко, да? Так, Тора 17 секунд еще не будет. Хибунет Тор не помогаемо. Хорошо. Эй. Все рассчитано до миллиметра было. Это ранкет? Да, Миралис, это ранкет. Я ж редко стримлю не ранкет. Сегодня стримил два нормала, потому что, типа, ну, ранкеты закрыты были. Ета. Не нужен твой баф, он так испугался, что я баф, видимо, заберу. Я умер. Только в арте больше банов. Конкретно тоже 60 банов и 20 пиков. Ну да, да, это бред. У меня пиков 10. Ну не, не 10, но где-то 20, да, из 90 там. Это у них баф. Ну вы поняли, короче. Ты не знаешь, когда нового перетечет? Не, Лисурус, сорян, братан, не знаю, потому что они не говорят. Они обычно обмалываются до приключения за несколько дней в Твиттере, там что-нибудь пишут, но сейчас все ничком, все тишно. Вы следите за группой, вот за нашей, за большой группой? Мы туда постим сейчас всю инфу полезную и бесполезную. Как кто-то попросил в комментах тоже в группе, я так орал. Вообще жесть. Из 95, да, да. Девочка какая-то написала, но мне было очень смешно. Говорит, а можно, говорит, в группу не выкладывать? Я над моим розыгрышем, короче, типа, написала, а можно в группу не выкладывать, типа, всякую фигню? Типа, а то коды не видно, когда приходят. Оповещение у нее, видите ли, настроено. Я тут что-то так орнул вообще. Сейчас бы в группе сидеть только ради кодов, блин. Люди жалуются на розыгрыши. На розыгрыши уже. Спасибо, я просто только подписался, ничего не знаю. А, да? Ну, добро пожаловать тогда, добро пожаловать, нихера себе. Алла, так, это Gold Fury.
Высоченным угол Фьюри. Пир Тарти, отличное тебе настроение. Кирилл, здорово. Да мне тут уже ребята накидали настроение, так что я в ахере сижу. Спасибо, спасибо. Лойсик тебе. Спасибо, братан. Спасибо за лойсик. Я, правда, уже скоро закончу, но спасибо большое. Смотря на какие розыгрыши. Ой, блядь. А что произошло-то? Да ничего, мне Адам 1000 кинул донатом. Это самый большой донат у меня. Я как бы очень удивлен. Артеу, у тебя клан там жив или помер? Не, у меня клан помер, ребят. Забейте. Этот клан, в который был Бенна, если вы знаете, кто это такой. Это бывший топовый вообще, топовый 1-1 плеер. Вопрос, ты про что видео в Смайт делаешь, какие темы? Слушай, я разные темы делаю, посмотри на канале, там все что угодно. Есть обзоры патчей, обзоры нововведений всяких. Есть просто записи стримов с игр хорошие, которые... Бегите, бегите. Как я промазал? Остановите его, блядь. Сука. Слышите музыку тут? Лишили донат 1000 девственности. Да, да, можно и так сказать. Атак Fire Giant, чувак пишет. Для статы поставлю варды. И буду говорить, что я всем. Приди в Fortnite, чтобы дать... Перейти в файт, чтобы только дать щит с релика. Да. Хорошая катка. И поэтому я ее выложу тоже на YouTube. Мне она понравилась. Она действительно была интересная. Рататоск на соло, как бы. Поэтому нужно будет поставить лайк и подписаться на канал обязательно. Спасибо, ребята.